И вот нажимаю на эту, меняю. А у вас немножко надо искать другое. Когда Таня мне показывает, что-то такого не было, никаких крючков. Значит, это у вас вкручено. Вот ключ. А что ключ? Ну, может быть, дождь пока начнет, может быть, начнет. И мы, малосердобинцы, по праву гордимся этой личностью, которая прославила не только нашу малосердобинскую землю, но, я и могу смело сказать, и Пензенскую область. Мы гордимся тем, что простой паренек из бедной деревенской крестьянской семьи прошел очень нелегкий и трудный жизненный творческий путь, став в дальнейшем известным писателем. Очень трудно переоценить роль Федора Васильевича Гладкова в отечественной литературе. Как нельзя кстати, сегодня звучат пророческие слова Константина Федина. Гладков дал нам отличные книги, которые в истории нашей отечественной останутся навсегда образцом кристаллической прозы. Я думаю, что вот эти слова очень хорошо характеризуют творчество Федора Васильевича Гладкова. Мы же, малосердобинцы, считаем своим долгом чтить светлую память об этом замечательном человеке, об этой яркой, уникальной личности. И вот именно здесь, в этот торжественный день 130-летия со дня рождения Федора Васильевича Гладкова, и в присутствии наших высоких почетных гостей, а у нас здесь присутствуют близкие родственники Федора Васильевича Гладкова, его внуки Светлана Васильевна Гладкова, Андрей Борисович Гладкова. Вот позвольте мне от имени всех малосердобинцев, всех жителей Малосердобинского района, прежде всего заверить родственников Федора Васильевича Гладкова, что мы приложим все усилия для того, чтобы прежде всего сохранить творческое наследие Федора Васильевича Гладкова, сохранить светлую память о нем, чье имя составляет по праву славу и гордость нашей малосердобинской земли. Дорогие друзья, а сейчас я попрошу вас отдать дань памяти нашему знаменитому земляку Федору Васильевичу Гладкову. Пожалуйста, давайте я вам всем пожалуйста. Пожалуйста. Так, Вот, спасибо.
Пойдете? Я же снимаю, вот что. Ну, этот человек не понимает. Я думаю, нам вообще фотографироваться. Дорогие друзья, сейчас я приглашаю вас фотографироваться, и дальнейшая наша программа продолжится, дальнейшее торжество в селе Ключи. Мы ждем вас всех на дальнейшем мероприятии. На память фотографии. Пойдем.